В округе на один незаконно установленный торговый объект стало меньше. Принудительный демонтаж состоялся в поселке Томилино. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работала эта торговая точка. Постоянных покупателей было немало. Хозтовары, затем продукты. За несколько лет временный павильон заметно преобразился. Впрочем, не только внешне. Предприниматель нарушил все действующее законодательство, сделал из временного торгового павильона стационарный капитальный магазин, что противоречит действующему законодательству. Предприниматель, владелец торговой точки, выполнять предписание снести незаконный объект отказался. Демонтаж прошел без его участия. Торговая точка в поселке Томилино стала 8-м незаконным капитальным строением, ликвидированным в этом году. На очереди еще 2. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.